Между тем, в пакистанском городе Карачи застрелили популярного суфийского музыканта. 45-летний Амджад Сабрид был известен своим творчеством в странах Южной Азии. Он исполнял произведения под суфийский жанр кавали, который существует уже более 7 веков. Неизвестные подъехали на мотоциклах к автомобилю Сабрида, в котором он направлялся в телестудию, и открыли по ней огонь. Мужчина получил 3 пули и скончался по дороге в одну из местных больниц. Также в результате нападения погибли брат певца и его водитель. Карачи, в котором проживает более 20 миллионов человек, является центром деловой и культурной жизни Пакистана. Тем не менее, страну потрясают этнические и религиозные конфликты.